В Румынии состоялось официальное открытие комплекса противоракетной обороны на бывшей военно-воздушной базе Девисело. Это один из главных этапов глобальной программы США и НАТО по развертыванию систем ПРО в Европе. По словам замглавы Пентагона Роберта Ворка, этот комплекс имеет исключительно оборонительный характер и не угрожает безопасности России. Речь никогда не шла о России. Речь идет о защите военных сил США и их союзников по НАТО в Европе от баллистических ракет из ближневосточного региона. И я хотел бы еще раз повторить слова генерального секретаря. Мы предложили России предоставить все технические характеристики. Для Москвы же база на юге Румынии – это одностороннее и ничем не ограниченное развертывание стратегической ПРО США, которое напрямую угрожает международной и региональной безопасности и стабильности. Об этом на брифинге в четверг заявила представитель российского МИДа. Мы расцениваем появление таких пусковых установок на суше, как идущие вразрез с одним из ключевых положений договора о РСМД. Тем самым Соединенные Штаты нарушили договор о РСМД, о чем приходится заявлять открыто, без каких-то дополнительных дипломатических формулировок. Также Мария Захарова не исключила принятие России ответных мер военно-технического характера. Техническое оснащение базы Девисело включает мощный радар, ракетоперехватчики и оборудование связи. Следующим этапом американской программы ПРО должно стать открытие базы в Польше.